вечеру приедут шакалы, а тут стрельба и трупы. Что происходит? А то, что замначальника РОВД сбивает ребенка. Насмерть. Свидетели были? Нет. Вы пили перед происшествием, Ирина Михайловна? Тварь. Какие же вы твари, а? Не надо! Я тебя на том свете достану. Ты меня на этом достань. Ты что надел? У нее ребенок в морге! Не повезло. Я никого не просил этих бедолаг на отказ давить. Так надо было, Серый. По-другому никак. Вот что делать будем. Звони в область, ну и всю ситуацию в красках, как было. И тогда хана! Надо будет свое отсижу. Ты думаешь, тебе с костя? Сядем все. Посидим. За дело. Я тебе слово даю. Мы его посадим. Я вам скотам не верю никому. Ты понимаешь, что ты надел, придурок? Баба где живет? Вы что, мужики? Вдова! Ребенка, мужа, ее теперь! Ты в бегах с оружием. Свидетель увез. Стрелять на поражение. А не много ли крови? Она с тебя началась. Люди тебе помочь хотели, а ты в яму. Отдай ее Коршунову. Я не могу. Сейчас еду в больницу и Надю твою, ребенка нахрен. Ты меня понял, товарищ майор?